Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», студія Марини Шкрупська, я рада вас вітати. Сьогодні, як завжди, по понеділках ми говоримо про здоров'я, а особливо, що нас турбує, це здоров'я наших дітей. Тому гостя нашої студії – це Ніколенко Лариса Валеріївна, заступник головного лікаря з охорони дитинства Центру первичної медичної санітарної допомоги номер 3 міста Миколаєва. Доброго дня. Доброго дня. Лариса Валеріївна сьогодні до нас завітала для того, щоб розповісти про актуальну проблему, яка зараз виникла, взагалі ця хвороба вона і була, але зараз іде і загострення, і багато дітей і батьків звертаються з цією хворобою, і це ентеровірусна інфекція у дітей, так? Так. Для тих, хто не знає або вперше чує про це, але і для тих, хто вже стикався, отже, перш за все, що це за інфекція? Энтеровирусная инфекция у детей – это одно из самых распространенных заболеваний, которое в половине случаев постановки диагноза ОРВИ у детей является причиной именно энтеровирус, который вызывает это заболевание. И родители зачастую не знают о том, чем болен их ребенок. Часто ребенку ставится диагноз ОРВИ. То есть просто возникает как застуда, звичайно? Имеет очень большой полиморфизм проявлений, о которых я, в общем-то, и расскажу. Сами энтеровирусы, они принадлежат к семейству пикорно. Вирусов их разделяют на два класса. Первый класс – это полиовирусы, которые вызывают полиомиелит. Все наверняка о нем хорошо знают, всем хорошо известно. И второй класс заболеваний – это не полиовирусы, которые вызываются вирусами Коксаки, их где-то приблизительно 23 разновидности вируса, вирус ЭКХА и какие-то неклассифицированные энтеровирусы, их где-то около 5. И особенность энтеровируса в том, что он в основном передается фекально-оральным путем передачи, но при этом кишечные формы у детей встречаются крайне редко. Вообще энтеровирусы занимают именно второе место по причине ОРВИ. Это тобто не... можно сказать, я перепрошую, что это как хвороба брудных рук. В принципе, да, это тоже можно охарактеризовать. Я сейчас буду говорить о путях передачи. Можно так охарактеризовать, но клинический полиморфизм – очень большое проявление заболевания. И можно подумать, что у ребенка обычное ОРВИ. Зачастую так и ставится диагноз. После перенесенной энтеровирусной инфекции у ребенка сохраняется пожизненный иммунитет, но в связи с тем, что очень большой полиморфизм этого вируса и очень много серотипов, поэтому ребенок может болеть несколько раз на протяжении всей своей жизни, в том числе и взрослый человек. Просто иншими видами. Да, да. И полиморфизм клинических проявлений очень большой. Также, что характерно для энтеровирусов, это все-таки проявление сезонности. Больше всего болеют в летне-осенний период. И в связи с чем возникла такая необходимость рассказать об этом? Потому что именно вирус Коксаки в определенном своем проявлении сейчас встречается, когда люди массово возвращаются с летнего отдыха за рубежом. В основном из стран Средиземноморья, когда характерно более такое течение энтеровируса, с которым люди, возможно, ранее не так уж и встречались и не понимали, что это такое. И сейчас таких детей на приемах у врачей очень много. Значит, какие же причины? Вирус может попасть в окружающую среду от больного ребенка, а также может от вирусоносителя. Вирусоносителем может стать любой ребенок, то ли он переболел, то ли не переболел. Только дети, чи дорослые також? Ну, моя задача говорить о детях, но взрослые также могут служить источником, конечно, вирусоносительства. И вирусоносительство, как правило, может даже проявляться аж до 5 месяцев. То есть это бессимптомное течение, и, как правило, это дети в организованных коллективах, детские сады, школы, пионерские лагеря подвержены больше всего заражению этим вирусом. Какие механизмы передачи? В основном это фекально-оральный, то есть это не соблюдение правил личной гигиены, что, ну, зачастую наши дети не всегда правильно соблюдают. Второй механизм передачи – это воздушно-капельный. Он менее выражен, но имеет место также быть. И третий путь – это, возможно, заражение детей контактным путем через грязные игрушки, которые дети часто тянут в рот. Также может быть такой механизм передачи.
Чаще всего болеют дети от 3 до 10 лет. Но это не исключено, что и более младшие детки болеют, и более старшие. Но вот эта возрастная категория более часто встречается. Считается, что у детей раннего возраста до года, у них иммунитет, особенно тех, которые находятся на грудном вскармливании, у них существует иммунитет, и невозможно заболеть энтеровирусом. Но это не всегда так. Просто, можливо, в них просто коло спілкування менше. Ограничено, да. Ну, і тому плюс, вони менше хворіють. Да, плюс считается, что все-таки взрослые люди, как правило, уже болели, все встречались с этим энтеровирусом. Он повсеместно распространен, он очень устойчив в условиях окружающей среды, на него не действуют низкие температуры, он очень долго в почве, в воде сохраняется. Только очень высокие температуры на него действуют. Также на него мало действуют наши все известные дезинфицирующие растворы и средства. Угу. Поэтому этот вирус очень устойчив в окружающей среде. И, как правило, взрослые люди уже имеют какой-то багаж иммунной системы, и мама с грудным молоком может дать иммунитет нестойкий, но первое время может дать через грудное молоко своему ребенку. Но опять же, это не всегда так. Маленькие дети тоже болеют. На сьогодні скільки до вас вже зверталися приблизно? Наскільки часто звертаються? Наскільки часто? Ну, в день приходять, навіть буває, чоловіка 2-3 на прийомі з такими проявленнями заболівання. На развитие заболевания также связан, влияют еще такие факторы, как сама вирулентность вируса. То есть он может быть, он как раз именно очень вирулентен, то есть поражает как раз организм, который не может противостоять своими защитными свойствами этому вирусу. Тропизм вируса. У некоторых серологических форм к одним органам и системам тропизм. У другого... Тропизм – это что, поясню? Это именно то, где он растет, развивается, размножается, и где он поражает, и где он поражает, какой орган и систему этот вирус поражает. В зависимости от этого и будут клинические проявления. Ну и, конечно же, третье, что влияет на развитие клиническую картину болезни, это, собственно, состояние иммунитета ребенка. Какое состояние иммунитет, какой иммунный ответ у ребенка будет. Как правило, инкубационный период у всех энтеровирусных инфекций от 1 до 10 дней, в среднем 2-5 дней. Угу. Это тот период, когда от заражения до проявления первичных клинических симптомов. Заболевание, как правило, начинается всегда остро, с повышения температуры тела. И, как правило, эта температура может быть до 38,5-40 градусов, которая может ложно давать так называемый гриппоподобный синдром. И очень часто родители обращаются за медицинской помощью с одной единственной жалобой. У ребенка высокая температура тела. То есть других симптомов сначала вообще никаких, да, просто первых температура. 3, иногда 5 суток может быть только высокая температура. Иногда она может волнообразно снижаться на 1-2 дня. И таким образом наступает улучшение состояния ребенка. Но потом она волнообразно точно так же может повыситься и затем снова снизится. На 1-2 дня повысится и затем снова снизится. То есть вот такая вот гриппоподобная форма, и полиморфизм клинических проявлений широк. Вот в данной ситуации это именно вот проявляется так, гриппоподобная форма. Потом может присоединиться, на фоне высокой температуры может возникнуть слабость, сонливость. Часто дети жалуются на головную боль, что для них совершенно не свойственно для детей, жалобы на головную боль. Но здесь может быть и тошнота, и рвота. И могут присоединиться боли во всех группах мышц. Особенно это грудная клетка и ноги. Потому что тропизм именно вируса к мышечной ткани. Угу. Именно там развивается вирус, и от этого могут быть боли. Даже иногда ребенок может жаловаться, что ему больно дышать. То есть именно болят мышцы грудной клетки. Або боляче ступати ніжками, так ходити? Да. Следующие какие симптомы? Это
какие, в зависимости от того, какие органы больше всего поражаются, от этого будет определяться симптоматическая картина. Может поражаться центральная нервная система, периферическая нервная система, что может проявляться в виде так называемых, вот иногда у нас мы слышим в средствах массовой информации, мы знаем, что вспышка где-то вирусного менингита. Но вирус, он не может, как правило, установиться лабораторными путями, потому что это не бактерия. Угу. И вот именно неуточненные вирусные менингиты, как правило, причина этих менингитов и может быть энтеровирус. Дальше, поражается слизистая ротоглотки. Очень частый симптом, который именно сейчас встречается, это герпетическая ангина и так называемый синдром рука-нога-рот. Угу. В чем он проявляется? Ты про что мы чули вже. Да, значит, в чем он проявляется, этот синдром рука-нога-рот? Значит, во рту. Проявление герпетической ангины, пузырьковые высыпания на задней стенке глотки, твердом и мягком небе, на миндалинах. При этом эти пузырьки, как правило, отсутствуют на деснах, на щеках, как правило, они отсутствуют. И очень быстро эта пузырьковая сыпь превращается в язвочки, покрытые белым налетом. И часто можно спутать эти проявления со стоматитом. Угу. Если это действительно классическое проявление герпетической вот этой ангины при энтеровирусной инфекции, то, как правило, все эти язвочки проходят бесследно, без любого лечения. Если сами собой. Сами в який час они могут пройти? Как правило, когда у ребенка снижается температура, еще 2-3 дня могут быть вот эти симптомы. И потом у некоторых детей, у младших детей, это пройдет, может быть, даже за неделю. У старших детей за 2-3, максимум 5 дней. Без стручания в роду положит пораженную. Да. Если, конечно, будет продолжаться температура, то уже врач или даже мама может заподозрить, что это присоединилась какая-то инфекция дополнительно, то ли бактериальная, то ли грибковая. Тогда такого ребенка уже нужно лечить, нужно оказывать уже медицинскую помощь. И чем особенность этой герпетической ангины и вот этих язвочек, что ребенку больно глотать, ребенок перестает, снижается аппетит, ребенок перестает кушать и пить. Дальше, чем проявляется этот синдром рука-нога-горло? На руках и ногах, кисти, стопы, как правило, но может быть и по всему телу, сыпь, она может быть разной, полиморфной, но, как правило, это пузырьковая сыпь, с прозрачной угу. жидкостью, которая не покрывается корочками. Иногда эту сыпь, когда она появляется, можно спутать даже с ветрянкой. Но это не ветряночная сыпь. Она какая-то щельная такая сыпь? Она может быть разная, но она не сливная, отдельно стоящая. Иногда это будет просто возвышающийся над уровнем кожи красного цвета бугорки, так называемые папулы. И что характерно, даже если это сыпь с пузырьками, то корочек не образуется. И точно так же эта сыпь потом бесследно проходит, угу. исчезает, она не требует особого никакого лечения. Очень часто для детей характерны миозиты, вот то, что я говорила, мышечные боли. Они могут быть настолько выражены, что ребенок может очень сильно жаловаться на боль в ногах. Очень сильно может быть выражена мышечная боль. Но это все, как правило, бесследно проходит. Следующее. Я перепрошую, да. Виходить от того, що ви сказали, що остаточно діагноз навіть тільки одразу на основі клінічних проявлень і как бы собранного эпитанамнеза. Может, это приезд из стран Средиземноморья. Может быть, это действительно какие-то случаи заболеваемости уже в коллективе. То есть, да, здесь диагноз установить, вот как, точно так же, как мы устанавливаем ОРВИ, угу. трудно установить. Мы можем только догадываться по клиническим симптомам, каким вирусом вызвано то или иное заболевание. Точно так же здесь, по набору признаков, по набору каких-то вот характерных симптомов, мы можем думать, что это проявление энтеровирусной инфекции. Хотя на самом деле об этом родители часто не задумываются. Следующее, что может иногда, но это более в тяжелых случаях, смотря опять же, каким типом вируса вызвано заболевание, может поражаться редко. Это сердечная мышца, перикардиты, миокардиты. Но это, как правило, крайне редко. Слизистая кишечника. Вот то, что я говорила, что хотя передается фекально-оральным путем передачи, но тем не менее кишечные симптомы не всегда выражены. Иногда может быть диарея, может быть какая-то рвота, тошнота.
незначительная диарея. На фоне інших симптомів чи окремо також може бути? Може бути і віддільно з повищенням температури, а може бути вместе з сипью і з рептичною ангіною, що теж говорить о том, що це ентеровірусна інфекція. Тут важно, и при этом, если ребенок еще и не пьет жидкость, потому что у него герпетическая ангина, превратившаяся в язвы, и он не может усваивать жидкость, ему больно, он усваивает, он не может пить эту жидкость, потому что ему больно глотать, тогда необходимо уже принимать меры, ну, я чуть позже о лечении, в общем-то, расскажу. Может вовлекаться в процесс печень, но это крайне редко, в виде гепатитов. Может у мальчиков быть поражение яичек в виде архитов, это тоже крайне редко. И последние клинические данные некоторых британских ученых о том, что сахарный диабет первого типа, то есть инсулинозависимый, который, как правило, возникает у детей, тоже причиной является энтеровирус. Угу. Это, конечно, пока еще нет у нас научно доказуемой базы, но, тем не менее, когда мы выявляем ребенка с сахарным диабетом, и, как правило, причина возникновения сахарного диабета неизвестна. Но в силу того, что действительно доказано, что энтеровирусная инфекция распространена очень сильно, и она очень много вызывает заболеваний, в общем-то, эта теория имеет право быть как фактор возникновения сахарного диабета первого типа. Може бути поштовхом, так? Да, как причиной. А як себе правильно поводити для того, щоб все ж таки якнайменше ускладнень захопити? Значить, как правило, у дітей в 90% случаев заболевание энтеровирусной инфекции протекает совершенно бессимптомно, либо только повышение температуры. Вот часто мамы жалуются, что вот 3 дня высокая температура, и все прошло. Да. И как не было. Как не было. И иногда даже врачи теряются. Что сказать маме? Мы ставим диагноз ОРЗ, рассказываем общее лечение, как вести себя, уход. Просто, якщо дитина менше, я перепрошую, то мама ще знаходить таке виправдання. У нас є будь-яке підвищення температури незвичне, і яке пройшло, минуло дуже швидко. Це зуби різалися. Да, такого може бути. А тут виходить, якщо дитина старша, то навіть і виправдати нема чим, да, це підвищення. Да. І, як правило, що ми, педіатри, виставляємо? ОРЗ. Но за причиною такого состояния может скрываться энтеровирус. Еще раз говорю, что родители многие не знают об этом, но в половине случаев возникновения ОРВИ виноват энтеровирус. Так вот, как правило, у детей в 90% он протекает бессимптомно или повышение температуры. И только 10% детей могут наблюдаться симптом рука, нога, горло, о которых я говорю. И, как правило, протекает этот вирус все-таки легко. Редкие случаи, когда вовлекается центральная нервная система, когда могут быть судороги, когда может быть поражение вплоть до нарушения сознания, требует госпитализации ребенка. В основном это домашний режим, это обильное питье, это легко усваиваемая белковая пища. Как правило, нужно предлагать ребенку то, что он может усвоить и что он в состоянии выпить, съесть, то, что меньше всего травмирует слизистую. Это разнообразное питье, морсы, компоты, соки некислые, минеральная вода. Может быть, кому-то молоко как раз наоборот будет хорошо принимать, кисломолочная пища, любая вообще молочная пища, которая все-таки белковая, все-таки питание. Взагалі дитину в такому стані важко нагодувати, а коли ще Да. Больовий синдром іде при ковтанні, то це взагалі важко. Да, тяжело, но хочу успокоїти родителей, що все-таки этот синдром, як правило, за 2-3 дні проходить. Важно вот это выдержать. И если это маленький ребенок, важно, чтобы на фоне того, что ребенок отказывается пить, чтобы у него не произошло обезвоживание. Uh-huh. То есть в такой ситуации тогда нужно уже ребенку помогать. Ему нужны растворы для оральной регидратации. Такой, как, например, регидрон. Ну и всевозможные другие. Оралит, гастролит. Если нет возможности приобрести такие растворы, можно их приготовить самим в домашних условиях. Это на 1 литр воды, 2 столовые ложки сахара и чайная ложка соли.
вот такой раствор готовится, и он заменяет регидрон такой для оральной регидратации, отпаивания ребенка. Но, как правило, все эти симптомы за 2-3 дня проходят. Что еще лікуємо? Лікуємо симптоматично, так? Якщо да, виникає. Только, как правило, что? С чего боится мама? Высокую температуру. Да, иногда эта температура, она очень трудно поддается тому, чтобы ее, да, чтобы ее снизить. Иногда, зачастую, мы советуем даже не один жаропонижающий препарат, а какие-то другие группы жаропонижающих препаратов. Но здесь уже важно взаимодействие с врачом, который грамотно подберет жаропонижающие препараты ребенку, если неэффективна какая-то группа препаратов. Адекватный питьевой режим, адекватное питание, адекватная жаропонижающая терапия, постельный режим и, как правило, вот это и все, что необходимо ребенку. Чи варто мамі чекати, якщо в неї одна дитина захворіла, а в помешканні знаходяться декілька дітей, чи варто чекати таких сюрпризів? Как правило, да. Как правило, да. Если в семье болен один ребенок, то, как правило, заболеют и второй, и третий, и последующие дети, и сколько их есть в семье. Но, опять же, заболевание может протекать все-таки в основном благоприятно. Надо набраться терпения и пережить вместе с ребенком это состояние маме. Очень контагиозный вирус, то есть он настолько, он очень много, он очень вызывает поражение в коллективе. И в одном доме проветривание нужно частое, личная гигиена, мыть руки. После перенесенного вируса, чи варто пройти якісь лабораторні обстеження для того, щоб запевнитись в тому, нет, які нет, наслідки були? Нет, після как правило, ничего не нужно, ребенок выздоровел, никаких симптомов, все прошло бесследно, такому ребенку не показано. Если у ребенка были осложнения какие-то бактериальные, что-то протекало тяжело, пришлось госпитализировать этого ребенка, тогда, конечно, обследование. Общий анализ крови, общий анализ мочи и при необходимости какие-то дополнительные анализы, обследования в зависимости от того, какой орган и система больше были подвержены поражению энтеровирусом. Чи можна якось огородити дитину від цієї інфекції? Чи це взагалі не значит, можливо? Профілактики як такової специфічної, іменно вакцинації, її не существує при вот этих энтеровірусах, о которых ми говоримо. Якщо це перший клас вірусів, поліомієлітні віруси, від яких ми знаємо, поліомієліт, від нього є вакцинація, то от вот этих вірусів, энтеровірусів, у которых множество серотипів, множество видів, мы не знаем, чем вызвано. От этих вирусов вакцина профилактики нету. Но опять же, в последнее время, так как вспышки вирусных менингитов, и было выделено, что некоторые серотипы вируса, как САКИ, вызывали вирусные менингиты, разрабатывается вакцинация все-таки от этих вирусных менингитов. Но это в стадии разработки вакцины. От этого вируса, энтеровируса, нету, ее не существует. Поэтому самая элементарная профилактика – это все-таки соблюдение правил личной гигиены, частое проветривание комнаты, адекватный питьевой режим ребенка и, конечно, только соблюдение правил личной гигиены. Якщо дитина потрапляє в дитячий колектив, наприклад, зараз дуже багато дітей пішли вперше в садочок, до школи, і взагалі воз'єдналися дитячі колективи зараз, чи можна якось давати якісь препарати дитині імуностимулюючі, чи допоможуть вони для того, щоб якось упередити захворювання? Значит, на сегодняшний день эти препараты, иммуностимулирующие, иммуномодулирующие, у детей не применяются. Предупредить это заболевание невозможно. Единственное, что если выявляется ребенок больной, он должен быть, конечно, разобщен с коллективом, и до момента выздоровления он не может посещать детский коллектив. Он должен выздороветь, потом идти в детский коллектив. Специфических каких-то препаратов, которые бы уберегли от этого заболевания, нету. И все-таки у детей, ну, это мое мнение, и я все-таки считаю, что детям не нужно давать иммуномодулирующие, иммуностимулирующие препараты, потому что у них еще очень незрелая иммунная система, она развивается,
И долгий поэтому час просто мы можем что-то иначе вожалось. Да, но мы можем даже навредить этими препаратами. Угу. Поэтому мое мнение, этого делать не нужно. Должен естественным образом вырабатываться иммунитет. У нас ще є пару хвилин, я б хотіла, щоб батьки почули від вас те, що не можна, вони вже почули. А от в саме осінній період, що ще, чим ще нагодувати дитину, що їй зробити, щоб перед осінню-зимою ще закріпити імунітет? Саме головне – це правильний режим дня і правильне питання дитина. Це залог здоров'я дитина, здоровий образ життя. Тобто, в питании должна быть и белковая пища, сбалансированная по белкам, жирам, углеводам. Но для растущего организма обязательно белки, обязательно должны быть фрукты, овощи, потому что это источник витаминов, которые необходимы для роста и развития ребенка. Обязательно рыба и морепродукты, потому что это источник полиненасыщенных жирных кислот, омега-3. И, конечно, ребенок должен высыпаться, ребенок должен соблюдать режим дня для того, чтобы быть здоровым. Сім'я повинна бути в доброму гуморі для того, да. Тому що хороший настрій – це завжди да. Здоров'я. Да. Дякую вам. З нами сьогодні була Лариса Валерівна Ніколенка, заступник головного лікаря з охорони дитинства Центру первинної медичної санітарної допомоги номер 3 міста Миколаївна. І ви, я думаю, що ви не образитесь, якщо я вам побажаю поменше роботи. Спасибо. Це буде означати, що наші діти будуть здоровішими. Спасибо. Дякую вам, дякую нашим глядачам. Бажаємо всім здоров'я та гарного настрою.